Но в Узбекистан – страна, где воспевается достоинство человека. Девиз, придавший жителям страны сплоченность и заряд энергии. Более 200 представителей творческой интеллигенции, деятелей культуры и искусств, поэтов и писателей, актеров театра и кино, пропагандистов духовности провели почти в каждом уголке нашей страны праздники искусства, вечера поэзии, фестивали, концерты, встречи и беседы. Стартовавший 15 августа в Республике Каракалпакстан фестиваль культуры и просвещения завершает свое мероприятие вот такой вот красочной концертной программой в амфитеатре города Нугуса. И на протяжении недели гости из числа творческой интеллигенции Узбекистана побывали почти во всех махалях Каракалпакстана. Они проводили встречи, концертные программы и другие культурные и духовно-просветительские мероприятия. Конечно же, от лица молодежи хотел поблагодарить организаторов эти фестивали. А также хочу сказать, что мы хотели бы, чтобы такие мероприятия побольше проводились у нас, так как народ Каракалпакстана любит культуру и искусство. Деятели культуры и молодые таланты исполнили песни о родине и независимости.